Для участников мероприятия, получивших паспорт, прозвучал гимн, после чего им был вручен основной гражданский документ. Полицейские пожелали новоиспеченным россиянам быть честными и достойными гражданами Российской Федерации, чтить и соблюдать законы, следовать традициям страны. Также их призвали быть готовыми к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. Для участников церемонии это особо волнительный и радостный момент в жизни. Было принято решение переехать в Россию, и чтобы ребенок получал образование и уже адаптировался в Российской Федерации. Точно так же переехал муж, я, понятное дело. И мы планируем всю семью тоже перевезти в Россию, в город Смоленск. У меня ребенок пошел здесь в школу в первый класс в этом году. Я устроилась на работу, муж тоже работает, поэтому мы стараемся быть полноценными гражданами Российской Федерации. Мой муж гражданин России, на данный момент уже ребенок гражданин России, и, естественно, я получила гражданство России. Мне все нравится, меня все устраивает очень хорошо, доброжелательные люди, все отлично. По окончании мероприятия сотрудники полиции довели до граждан информацию о преимуществах использования единого портала государственных услуг для оформления заграничных паспортов. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.